Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Константин и компания «Стройгарант Анапа». Сегодня мы с вами находимся возле этого прекрасного дома, который у нас 125 квадратных метров, выполнен в кирпиче. Но что у него прекрасного, у него есть на фасаде вот этот отдельно стоящий гараж, который у нас составляет 30 квадратных метров. Мы его также сделали для нашего клиента, и он полностью уже готов. А что у нас получилось, пойдемте посмотрим вместе. Первым делом давайте взглянем на планировку первого этажа. Здесь расположилась прихожая и холл с лестницей, санузел, спальня, гостиная, кухня и терраса. Холл с лестницей в этом доме занимает площадь 12,5 квадратных метров. Пройдя далее по холлу, мы попадаем в спальню площадью 12 квадратных метров. Рядом со спальней находится гостиная 22 квадратных метра. И кухня 12 квадратных метров с выходом на террасу. Терраса составляет у нас 25,5 квадратных метров, где можно отлично с комфортом провести вечер с семьей или друзьями. Также на первом этаже есть и санузел площадью 4,6 квадратных метров. Теперь давайте взглянем на планировку второго этажа. Здесь разместились три просторных спальни и большой санузел. Также хочу сообщить, что по желанию клиента на данном участке был построен гараж площадью 30 квадратных метров. На фасаде, как вы видите, у нас установлены кирпичные колонны с забором из металлопрофиля. И забор из металлопрофиля мы сделали полностью по всему периметру. Thank you.
Это был дом 125 квадратных метров с гаражом, отдельно стоящим. И планировка внутри у него была поменена по пожеланию клиента. Отдельно сделал кухню и гостиную. Поэтому, если вы хотите приобрести дом в Анапе, Анапском районе, поближе к морю, вы можете звонить нам в отдел продаж, писать ниже под нашим видео свои комментарии, пожелания. Мы обязательно на них ответим. С вами был Константин и компания «Строй Гарант Анапа». Всем пока, до новых встреч!